перед вами стенд. Здесь как раз имитируется система водоснабжения на базе малыша. Используется малыш М5-25, 5-метровый кабель, 5-литровый гидроаккумулятор. Шланг заменен полипропиленовой трубой. Здесь она видна. Входящая магистраль, обратный клапан для того, чтобы давление удерживалось в системе. Пятиводной штуцер, объединенный с манометром с реле давления итальянского производителя «Италтехника» ПМ5-3В. Накручен на него гидроаккумулятор 5 литров унипресс. И здесь на данный момент исполнение с настенным креплением для расширительных баков. Выходная магистраль тоже полипропиленовые трубы. Здесь кран и имитация магистрали, исходящей на систему водоснабжения клиента. Происходит открытие крана. Вода плавно начинает течь из крана, потом включается реле давления, когда давление падает до уровня 1,5 атмосферы. Вот яркий пример. Давление падает. Кран мы перекрыли, давление поднялось до уровня 2,7 атмосферы. Автомат отключил насос. Он уже не подкачивает, не создает давление более. Так, дорогие друзья, мы имеем перед собой станцию Акваробот М на базе насосов Малыш Павлиновского завода насосного оборудования с гидроаккумулятором 5 литров и длиной кабеля 25 метров. Вскрываем упаковку. Внутри у нас сверху уплотнители. В комплектации идет инструкция по эксплуатации. Это насос российского производства. Есть все сертификаты соответствия о том, что данная техника сделана в России. Подробная инструкция по установке, по выявлению неисправностей. Гарантийный талон тут же в упаковке здесь есть на тот случай, когда вам нужно оставить отметку в сетях розничных. Насос Малыш, кабель, электрический, шнурок и гидроаккумулятор с системой автоматики. Отсюда сюда идет шланг, вы его соединяете и на выходе получаете уже регулируемый по давлению систему автоматического водоснабжения. Основные преимущества данной системы – цена, надежность, работа на скважинах, где зеркало воды до 30 метров, работа со скважинами с низким дебитом, небольшие габариты, занимаемые в доме, оборудование премиум-класса с очень хорошим соотношением цена-качество.